Всем привет, ребята. Меня зовут Виктор, и мы продолжаем выживать в Will to Live. Will to Live. Так, кому интересно, сразу скажу, играю на сервере MSK3. Так, что сегодня загруженность сервера прям очень высокая, 70 с лишним процентов. Народу просто куча, с чем это связано, я вообще не знаю. Так, мне надо вспомнить. На какое задание, я собрался идти. Помощник кочегара. По-моему, я вчера на этого помощника кочегара шел. И не дошел. Да. Вчера я пи... Сейчас примем попытку номер два. Так, что у нас по аптечкам? 6 штук есть. Патроны есть. Все вроде есть. Предпримем попытку номер два. Дойти до кочегара. Так, а. Я же здесь бег-то на кнопку мышки поставил. Забыл. Вчера сдох, потому что я просто прикоснулся к болоту и сдох моментально. Ну, я не знал, что нельзя к болоту прикасаться. То есть я думал, там как бы можно будет там обогнуть его, обойти. Хотел обмануть систему. Что-то зевается. Вот, хотел обмануть систему, но систему обмануть мне не получилось. Не удалось. Поэтому, как только я в болото наступил, болото меня сразу и убило. Так, сегодня что у нас? Так, давай-ка мы сначала пистолет возьмем, да? Сначала пистолет и побежали. Что у нас тут? Крысы. Еще какая-нибудь погонь должна быть. А, мне же там вроде надо было шкуру короля мутантов принести. Да хер с ней, короче. С этой шкурой. Или там это задание уже отменилось, а его, оно ежедневно, каждый день надо его брать. В общем, вчера я его не нашел. Так, ну-ка, подожди, давай мы сразу по карте сориентируемся. По карте, чтобы мне болото. Болото, получается, мне надо вот сюда. Да? То есть мне получается надо как-то вот так вдоль реки фигачить, чтобы выйти на дорогу, а по дороге уже пройти в угольную шахту или станцию, что там, кочегару, короче, помочь пойти. Потому что вчера я уже попробовал обойти там. А это закончилось неприятно. Сосны стоят одинокие. Дождики. Дождик. А интересно, дождик радиоактивный здесь или нет? Потому что, по-моему, в Сталкере же, да? Там этот радиоактивный дождь шел. И он обжигал там что-то, это там выйдешь, и там хпшка у тебя уменьшается. Или я путаю, просто давненько играл уже, или я где-то в фильме видел про радиоактивный дождь. Ну, могу ошибаться. Я играл давненько, и ну как бы я немного играл, ну, то есть недолго играл, поэтому я могу ошибаться. Ну, извиняюсь сразу перед фанатами, там, знатоками Сталкера, но я не знаток Сталкера. То есть сразу говорю, я ни одной части Сталкера полностью не прошел. Играл я всего в одну часть, это там чистое небо, но меня выбесило, что там нету телепортов, ничего такого там. Ну, то есть я, по крайней мере, не понял, как можно было телепортироваться.
а только через консольные команды, которые там надо было прописывать. Печатаю я там херово на английском. Консольные эти команды все переписывать. Запоминать мне их не хотелось, и приходилось, короче, гемора много было, и я плюду. Хотя я знаю, что есть там люди, которые просто балдеют от того, что вот так вот, да, вот целый час ты там бежишь до какой-то там точки, до пункта назначения, там почти в самом конце пути тебя убили, ты резнулся в начале пути и еще там тратишь столько же времени, чтобы снова добежать до той точки, где тебя убили. Это как я этого смотрел там какого-то стримера, не помню кого, он игруху рекламировал, как она там, Red Redemption, короче, какая-то это. Я думаю, кто играл, тот поймет. В общем, там задание было, там надо было на коляске, на повозке проехаться в одну сторону. Он, короче, 20 минут ехал в одну сторону на теле, на этой повозке. 20 минут потом в другую, потом в обратку 20 минут надо было ехать. Вот его там бомбануло прям в эфире на стриме. Чувак не выдержал. Просто 40 минут квест пройти, что тебе просто надо с одной точки в другую доехать, с другой в другую. Вот. Реально. Вот. Тоже беспонт такой. А что делать, как говорится, да? Хочешь проходить, будь добр. Выполняй. Либо читы какие-то используй. Ну, с читами это совсем не игра. С читами это вообще не по кайфу. Не знаю, нахера я про этот Redemption рассказал там, да? Ну, просто что-то вспомнилось, вот рассказал. Что люди там бегают. Злыдни какие бегают. А может, не злыдни, хер их знает. А чё ты это? Всё шагом, пешком ходишь. Выносливость есть, беги. Чё, у меня только вот хп почему-то мало. Чё, сейчас меня шмальнут там, да? Тут... А, я же в эту, в паутину попал. Чё, дружище? Так, территория Минаева. Для ремонта снаряжения и в походных условиях используйте ремонтные наборы. При должном навыке ремонта вы сможете выгодно чинить свои шмотки. Так, подожди. Я... Не видно. Не видно чувака там этого. Так, давай набег. Набег и побежали. Я думаю, если здесь какие-то серьезные монстры будут, меня просто порепают они. Будем надеяться, что нету. Здесь просто это, ну, пока добежишь до какой-то там пункта назначения, желание уже проходить отпадет все. Ну, это хотя, наверное, условия максимально приближенные, да? 10 уровня это была сволочь. Что ты мне тут дашь? Ничего путнего, ну и хрен с тобой. Не больно-то и хотелось. Ой, это человек. Я сперва подумал, какой-то это, блин, мутант бежит. Мне показалось, что типа с головой слона какая-то дичь несется. Я думал, сейчас придется мне тяжко. Так, кочегарка. Похошу шустряк. Ты NPC или что? А это что, вода? Так, а мне сюда надо? Или куда мне надо-то? Пойми, блин.
Так, вы покинули безопасную зону. Ну, я покинул, да. Что-то я понять могу. Куда мне-то надо? Сюда. Наша кочегара. То есть, а как мне туда обойти? Обходить где-то? Провода тянутся. Ё-моё. Чё ты? Самка оленя. Ну. А что за компот-то не пань? Что за беспонт-то, блин? Так, это... Сейчас что-то телепортнет меня куда-нибудь, да? Да ёптить. В смысле? То есть ты мне сейчас не говоришь, что мне еще. Ну слава богу, хоть, блядь, не бежать с самого начала. То есть меня сейчас реально нахер бомбануло, я игру нахер снес и все. Потому что в пинду мне такие эти. Приключения электроника, блядь. Какая крыса, сука, там попалась неубиваемая. Не, ну, конечно, я там намазал. Промазал. Ну, смотри, она же, падла, стоит-то, ждет здесь. То есть все. Где мой чемоданчик? Ёпта, ты еще и зарядиться забыл, да? Ой. Ну хоть это нормально телепортнуло. От крысы спаслось. Вот за это спасибо, конечно. Че, тут есть квесты, да, какие-то? Ну, давай посмотрим. Тут, конечно, не обозначается, да? Там вверх, вниз надо сходить, спуститься. То есть просто сейчас... Вот здесь есть квест, ищи. Какой этаж? Хер его пойми. Чё тут? Ну, хоть зона безопасная, и то радует. Ну, судя по тому, что сверху лезут. Значит, сверху где-то. А в безопасной зоне-то вообще... То может что-то быть. Системный блок. Так, чё нашел? Печатные платы. Угу. Водочку не взять. Здесь ничего не взять. А это уголек там он или что это? Вещмешок. Похоже на уголь, но только он не подбирается, да? Системный блок. Не, ну если можно обшарить, то надо обшарить помещение. Все-таки от вот этого я балдею, там что много там, если всяких каких-нибудь там помещений, есть там сундуков, тайников, где можно шарить. Вот это да, это моя слабость, я прям не могу пройти стороной, чтобы что-то не обшарить. Заглянуть там. В каждый уголочек, под каждый камушек. Это кто? Кок. А, это персонаж, походу, сидит, отдыхает. Я думал, непись. Чё я тут? Чё у вас тут есть? Интересного. О, подожди. Ту-ру-ру. Ни хрена, да? Минаев. Привет, что тебя привело ко мне? А не найдется еще работенки? Давай посмотрим. Первый спуск. Да, будет свет. Не торопись с выбором, подумай. Первый спуск. Раз уж ты здесь, не хочешь ли помочь нашим ребятам на шахте за отдельную плату, естественно? Конечно, хочу.
Хек, да тут ничего сложного. Берешь в руки кирку и работаешь. Сколько получилось добыть угля, столько и заработал. Главное, чтобы никакой твари под ноги не путали. Никакие твари под ноги не путались. Орудие труда мы тебе на первое время выдадим. А по оплате не обидим. Что скажешь? Можно попробовать. Все, диалог завершаем. Давай, Минаев. А не найдется... Да как сказать, работаю еще я. Ясно все с тобой. Ну, значит, по делу. Есть у меня к тебе одно плевое задание. Ничего сложного. Никакое же. Понимаешь, у нас тут постоянно пробой, перебой с электричеством. Ну, оно и понятно. Керосинку жечь тоже в наше время весьма накладно. А лампочки улетают со свистом, перегорают, будь здоров. Можешь мне лампочек достать. А где их взять-то? Тут рядом шахта, есть небольшой поселок. Там дома заброшены, есть небольшой склад. Я думаю, там еще не все растащили. Кое-что можно найти. Мне много не нужно. Несколько лампочек хватится. Возьмешь? Хорошо, я попробую что-нибудь сделать. Спасибо, дружище. Так, товары покажи. Чем барыжишь? Чем барыжишь? Кирку дал, да? Свинец. А это я могу продать? Окей. Могу. Ну, хорошо. Значит, надо продать. Патроны есть. Аптечки есть. Какие-то фильтры для противогаза, респираторы. Чё, кузнечный рецепт продвинутый, модуль для КПК. Одежда и... Бутылка с грязной водой, бутылка с чистой водой. Из оружия мачете и ржавый. Ну, хрен с тобой. Где-то здесь еще должен кто-то быть с квестом. Давай поищем. А, ну тут что-то типа этого, да? Ты с квестом тут хмурый. О, привет, давненько тебя не видно было. Слыхал, что зацепило тебя неплохо. Ну, рад видеть тебя на ногах. Наш отряд первым встретил засаду. Один я в живых остался. Ну, ничего, конфедерация своих не бросает. Эти черти под колодные еще ответят за это. Найдем их и перестреляем, как собак бродячих. Ты-то как? В порядке? В порядке. А звать-то тебя как? Меня? Все меня зовут Хмурым. Ну ты оглянись кругом. Везде мутанты, аномалии, бандиты, мародерство. Война в конце концов, каким мне еще быть? Ладно, я тут немного занят, иди к Минаеву зайди, он тебе рад видеть. Хорошо. Хорошо. Пойду к Минаеву зайду. Так, что тут, кто это? У тебя задание, кладовщик. Я хочу арендовать хранилище. А, так что, подожди, тут они не совместные, то есть у каждого это... Я скромный кладовщик, просто принимаю вещи хранения, могу тебе этим помочь. Понятно. Я хочу арендовать хранилище. Без проблем, это стоит 1000 жетонов, интересует? Нет, дороговато. Что, дурак, что ли, 1000 жетонов за хранилище? Ты с какой колокольни упал? Полупокер, блин. 1000, сука, жетонов за хранилище. Нихера себе ты. А где квест-то еще? У кого взять? У тебя хмурый. Есть? А, ну есть работа. Давай посмотрим. Коллекционер. Не торопись с выбором, подумай. Коллекционер. А, опять ты здорово. И тебе здорово. И... А что ты изучаешь? Да вот карту изучаю. Выглядываю на ней места, развалины всякие и тому подобное. А зачем тебе это? Есть у меня что-то вроде хобби, я собираю различные старинные вещи. Для многих это просто хлам и ненужный мусор. Но это не так, ведь совсем всеми этими вещами когда-то пользовались люди. Ведь это история, наша история. Без истории человек чисто никто. Без истории ты не знаешь, кто ты и зачем ты, чему следовать и чему стремиться. История всех нас учит. Она учит не повторять просто ошибки. Иногда эти ошибки приводят к серьезным последствиям. Посмотри вот это круг. Посмотри, вот что кругом происходит. Поэтому ее нужно уважать и знать. Вот подумай, найдешь ты, к примеру, куклу. Для тебя это хлам. Но представь, что когда-то, когда не было мутантов, с этой игрушкой играли дети у себя во дворе. Они радовались жизни и завистливо с ними смеялись. Эх, а теперь что? А теперь похлебка с крысиным мясом. Вот что. Возможно, ты прав. Я могу тебе чем-то помочь. Смотри, я тут несколько интересных мест разглядел. Ничем не примечательных. Может... Там найти чего и можно. Не хочешь по ним прогуляться? Работа вроде не пыльная. Максимум в мусоре поковыряться. Да пару крыс убить. Но я тебе хорошо заплачу за этот хлам. Не обижу. По рукам. По рукам. Так, ага. Я тебе координаты этих мест на КПК скину. Буду ждать тебя. Удачи, боец. Чудесно. Чудесно. Или как там? Прелестно. Просто прелестно. Так, что там? Да будет свет лампочки. Первый спуск.
Первый спуск. Мы уже отыграли, да? Так. Па-па-пам. Первый спуск. Ну, погнали. Сорок пять угля нарубить надо будет. Охренеть. Так, а здесь... Куда спускаться-то? Наверх спускаться, что ли? Где? Где вход в этот ваш... В эту вашу шахту, блин? Так. А. Ну, давай. Крысы слетаются на огонек. Большинство оружия в магазинах можно найти патроны. Так, ну хорошо, и чё? Так, давай оглядимся. А чё ты, почему ты эту хрень взял? Ну и что? Как спуститься-то, блин? Мне, ну, спрыгнуть-то я явно делаю, не спрыгнул. Подожди, чё за бред-то? Ебать, вот ты тупень. А подожди, может здесь надо? Так. А, типа, да, ты наивный, ты думал там это, типа лифт будет, да, чуть вниз не сиганул. А тут надо пешочечком, пешочечком, ноженьками, ноженьками своими. Пиндюрить. И чё, и сколько мне так этажей пиндюрить? А тут противогаз не нужен случайно? Ё-моё. О, бы спрыгнул сейчас. Там бы, наверное, не получилось бы, конечно, перепрыгнуть. Кто ж его знает? Я-то думал, там это... Так, все, я вроде на земле стою. Это что, вода? Ёп, сколько лететь бы тут пришлось. Так, да крысы это херня, лишь бы этих полупокеров там, как они там, наблюдателей не было. А вот крысы мне вообще похеру. Да балды крысы. Так, и чё? Так, вы покинули безопасную зону. А чё, в безопасной зоне нельзя нарубить, что ли? Ну и... Так, подожди, может мне надо кирку взять как-то? Пятая. Ну, давай вот возьмем кирку. И чё? Что вообще рубить-то надо? Ну, это камни. Ну, в принципе, кирка для этого и нужна, чтобы камни рубить. А где уголь-то? Какой тут? Как уголь-то выглядит, блин? Я отличу уголь-то? Как он выглядит? Ё-моё, а чё здесь никого нету? Я, может, это... О! Красные глаза. Да? О, привет, подруга. Ой, извини. Извини. Ой, ты ещё. А ты откуда вылезла-то? Ёпта, там не было красных глаз больше. Так, подожди, вот какая-то херкари. Вот это, наверное, уголь, да? Это уголь? Ты уголь? О, точно, ты уголь. Смотри-ка, я уголь нашел. Так, это что, все? Так. Помощник очагара может быть завершен. Ну, я рад, конечно. Только мне надо это... А вот интересно. Так, ну ты же не уголь, да? Не уголь. Ну я так просто на всякий случай. А вот и уголь, да? А ты чё? О, подожди, черный металл какой-то. Что за черный металл? И
И что? Ну. Не, ну подожди, а чё ты? Я вот тебя бью, а чё мне ничего больше не выпадает отсюда? А интересно, вообще там какие? Из каких камней чё можно нарубить? Вот из этого можно что-нибудь нарубить? Ну давай попробуем, пока кирка не сломалась. Ты, по-моему, вообще из тебя ничего нельзя нарубить, да? Ну ладно, черт с тобой. Раз ничего нельзя нарубить. Это тот же самый, с которого ничего нельзя нарубить, да? О, кто-то стреляет. Вот это меня накаляет. А это черный металл или? Или уголь? Пустышка, блин, опять. Так, чё ты тут? Черный металл. Нахера ты нужен, конечно, я не знаю. Уголь. Чё за угольная шахта? Угля нету нихера. Ептать, он тут уголь, походу, на вес золота дороже, наверное, даже. Вот и ходи так. Не знамо куда. Потом еще выход найти надо, главное. Вот, наверное, уголь, да? Ты уголь? Ты уголь? О, уголь нашел. Ты уголь, да? Хорошо. И шо уголек? И шо? 5 уголька сразу. Ух ты. Ух ты, я же это... угольным магнатом стану такими темпами. Это ж прям... ептать. Так у нас сейчас перегруз будет. С вашим углем. Это ж не дело такое. Уголь. Что-то там в глубине в какой-то это. Шмаляют они Подожди, вот. Ты уголь? Или ты не уголь? Что-то ты ломаешься, да? Ну ты не уголь, ты, наверное, металл какой-то черный. Не, уголь, смотри. Все, я выполнил квест. Да мне просто, знаешь, что интересно? Я сейчас это, если вот... квест сдам. Ну, вот этот вот у меня... тот будет доступен или нет? Я же всего 45 нарубил. Вот как вот? Так, свинец. Я сейчас уже задохнулся у меня. По-моему, все, да? Все так все. Ну ладно, я... ой, это человек. Я-то подумал, что этот какой-нибудь опять мутант. Так, теперь тебе выход надо найти. Ебать, сейчас тут тебе еще заблудиться не хватало. Вообще будет прикольно. Сдохнешь что-то это. С голоду и от жажды. Быстрее от жажды, чем с голоду сдохнешь. А, не, вроде все, я нашел выход. Не совсем все так плохо, как я думал. О, А чё у вас так много? Крысы. Крысы. Пау. Крысы, блин. Крысёныши. Так, у меня перегруз. Ну, как бы еще не такой, что там прям ушаш. Ах. Ну, но все же. Тратится выносливость.
Ну, сейчас. Так, надо будет. Я не помню, это кто там. Чувак-то, который там торгаш, у него есть там выпивка или пожрать там, попить что-нибудь есть или нет? Так, мир достанется победителю. Монстры в случае опасности могут призывать сородич, поэтому не стоит без особой нужды атаковать большие скопления монстров. Даже не дали мне дочитать до конца. Вот такие вы молодцы. Ну, хрен с вами. Так, давай мы сейчас. Интересно, ребята туда бегают в шахту. Ну, они, наверное, за металлом каким-то бегают там, да? Какой-то металл там собирают. Это я еще тут ничего не понимаю. Что тут можно где собрать? И зачем? Ребята, там уже люди, может быть, по несколько лет играют. Естественно, тут у них уже. Минаев. Ну здорово, как успехи, как впечатления? Мне удалось добыть немного угля. Оказалось, ничего сложного. Я в этой шахте только в этой шахте только уголь добыть можно. Неплохая работа для первого раза. Нет. В шахте мы добываем не только уголь. В глубинных шахтах встречаются весьма дорогие ресурсы. Но новичкам туда соваться не стоит. Ну хорошо. Спасибо, что предупредил. Так. Здорово. Как у тебя дела в шахте? Не сладко, правда? Так вот. Вот так вот мы и живем. Кругом опасность, а дело свое делать надо. Труд шахтеров всегда был опасным, а теперь он опасен вдвойне. Но куда деваться, жить хочешь, не так раскорячиться. У меня есть еще задание для тебя. И какое же? Мы тут металлургическую печь хотим запустить, горн. Сможем наладить производство стали, это будет отлично. Собственно, углезапасы для горна мы уже подготовили. И уже все готово к пробному запуску. Но нам нужно, чтобы кто-то добыл немного металла. Поможешь? Не бесплатно, разумеется. Помогу. По рукам. Завершить диалог. Покажи свои товары. Вот, только это еще надо металла добыть 18 штук. Так, жратвы у тебя нету, да? Кроме еды, питья. Ё-моё. Без жратвы-то вообще тяжко. Ой, как тяжко без жратвы. Так, давай мы проверим вот этот вот. Ага. Помощник кочегара. Короче, надо. Надо. Пожрать надо. Вот что надо. Надо пожрать. А этот хрен не продает еду. А этот хрен еду не продает. Ох. Конечно. Интересное. Че, мы сейчас опять тогда в шахту щиманем? Щиманем шахту. Патроны есть, аптечка есть. Нужна жратва. Фарм на болотах. Что там за фарм? На что ты опять-то дробовик этот схватил? Включай свет, пошли. Ёлки, опять сейчас спускаться. Просто сейчас вот у меня нету жратвы, у меня нету питья. Здесь, по идее, сейчас надо было бежать, жратву покупать и питье. Потому что потом мне придется пешком идти, блин. За жратвой и питьем. Так как упадок сил будет. Выносливость будет, не будет восстанавливаться. ХП там, я не знаю, что там будет. Но я
решил спуститься в шахту. Давай, вот тогда мы туда ходили, а сейчас мы вот налево пойдем. И посмотрим, чем же отличается лево от права. Чем отличается лево от права? Ну, во-первых, направлением движения, да? Ты это должен знать. Ну, ёпта, давай. Что ты? Жопишь-то, металл давай. Вот какая сволочь. Уже весь почти кусок раздолбил, а металла нету. Блин, это свинец вообще оказался. А я все силы потратил. Еще и снайпер из тебя говно. И взять-то с тебя нечего. Вон еще крыс, все наш бежит. Ёптать. Косой ты. Да что? Слушай, здесь крыс что-то прям много. Направо как бы там это. Не так, их вроде много было. Так, это у нас... Ну это в этом. В Мисте там тоже были. Уголь. Ну, уголек надо нам. Тоже там в шахте долбил ты всякие эти там разные. Добывал ресурсы для выплавки там. Ну давай еще два, чё ты? Чё, хрен, да? Зажал. Так, это металл или нет? Как темно здесь. Черный металл. Это тот металл, который мне нужен, интересно. Еще черный металл. Так, там вон еще что-то есть. А это что такое? Это уголь или что? Или пустышка? Похоже, какая-то пустышка. Может, там какая-то тоже фигня ценная, хер ее знает. Может, просто пустая... Не, черный металл, черный металл. Черный металл. Черный металл. Четыре черных металла. Блядь, что-то... Чей-то схрон, что ли? Кремний. Кремний. Хор узнает. Конечно, зачем это все мне? Кремний, там вся эта херня, ну. Кто его знает? Так, давай посмотрим. Так, черный. Да, мне два металла осталось добыть черных, и все. И потом надо будет сдать квест и. Херачить в солнечный, что делать? И херачить... О, у меня на тузовку теперь должно хватить. Нарубить угля надо и металла. Уголь. Так, уголь, все, я закончил. Ну, хрен с тобой, давай до конца дорубим, может пригодится.
Может, продадим кому? Все, теперь тогда остается найти черный металл. Ой, так тут у тебя 20 надо, я-то думал 10. Охереть. Это ж я это... Задолбаюсь, блядь, искать. Не, ну так-то, в принципе, ничего. Вроде что-то там. Вроде что-то тут падает. Еще 7. О! Что-то я раздевался. Надо, короче, это... Сейчас мы тогда металл находим, этот черный. Если повезет, да? Свинец опять. Свинец. И хп, и выносливость закончилась. В пизду тебя свинец этот. Свинца и так у меня хватает. О, так и кирка уже начинает ломаться. Ко всему еще и кирка ломаться начинает. Мне нужно 7 черного металла. Три черных металла осталось. Два. Один. Так, это был кремний. Ой, а там крыса. В смысле 17 уровень? Вы чё, охренели что ли? Какой 17 уровень? Что? Не хочу я туда. На крысу 17 уровня, ага. Нашли героя. Сейчас вот это добьем. Это ж кремний вроде тут был, да? Вот тебе здрасте. А это свинец был. Ну ладно. Так, а я перезарядил хоть пушку? Перезарядил. Ладно, уже хорошо. Так, вот же, по-моему, черный металл, да? Если я не ошибаюсь. То это может быть и уголь. Все. Давайте. Все. Сваливаем. Так, теперь... А это уголь, да? Так, теперь надо вспомнить... Подожди, что такое там? Событие какое-то началось или что? Область события. Не, нахер мне... Так. Не нужны мне ваши события. Крысёныш 5 уровня. Вот это вот надпись его целится, мешает, как бы. Так уж наверняка двойную, двойной в голову. Все, и причем мне надо будет... Так, давай маленько дух переведем и попробуем просто убежать.
Мне же надо будет это. Ну, в принципе, еда, вода еще хватает. Еды, воды хватает. Я должен буду это. Должен успеть добежать буду. А чё ты? А, это то, что я прыгнул, да, у меня? Выносливость потратилась. Ой-ой-ой-ой. Я убегаю, убегаю, убегаю. Бегу, 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 бегу. Кто-то стоит в засаде. Вон, побежал, видели? Вы вошли в безопасную зону. О, аллилуйя. Все, крысы до меня тут не доберутся. В безопасной зоне быстрее регенится все. Хиппи. Не хиппи. Выносливость. Невыносливость. С кем-то столкнулся. Ты что за звук такой был там? Я как бы не понял, что это за звук такой. Территория Минаева. Опа. Здрасте, жопа, Новый год. Так, подожди, а чё мне? Куда мне теперь это нести надо? Да, а куда мне сдать-то нужно это? А, мех на шапке. Добыча черного металла. Минаев готов скупать черный металл, добытый в шахте. Необходимо. Минаев, да? Так, а подожди, я сюда, к Минаеву. Ну ладно. Давай. Ему сейчас мне ночью придется бежать до дому. До солнечного, вернее, бежать. Короче, попал туда с этим квестом. Ну, блядь. Я со временем сделаю. Так, Минаев. Ты же здесь, да, стоишь? Рассказывай. Задача справился, металл принес. А мне можно будет горном пользоваться? Надо. Так, 1000 жетонов, 3000... О, кашнул. Ну, будешь нам так и дальше помогать, то можно будет. Спасибо за работу. Завершить диалог. Так, а что у тебя тут? А для чего нужен этот кремний? Он нужен для сплавов из металла, поскольку кремний позволяет сделать сталь прочнее. В общем, в двух словах не объяснить. Так что скажешь, нет желания на шахте еще поработать. Почему бы нет? Хорошо, и так, жду сделанную работу. Оплата будет после доставки. Завершить диалог. Завершить диалог. Ну, я сейчас не пойду в шахту работать. Я сейчас вот что я сделаю. Навыки. Так, классовые навыки, параметры персонажа. Общие навыки, классовые навыки. Так, это что такое? Винтовки. Необходим уровень 8. Я не дотягиваю, да? Общие навыки. Так, это что такое? Увеличенный рюкзак. Может мне рюкзак увеличить? А? Как ты думаешь? Это что за меткий стрелок? Давай, необходимо иметь навык винтовки. Ну, винтовки. Урон от винтовок на 3% увеличивает, да? Ну... Так, ладно, пока мы это... А, навыки. Параметры персонажа. Тут очков нету. Ну, нету, и так и нету, все. А сейчас мы побежим домой. Сейчас нам надо побежать домой. Добыча кремния. Так, потому что домой нам надо по вот этой причине. Ну, как бы ученик кочегара. Там, да? Бля,
я заблудился. Боже, как ты мог заблудиться-то тут? Вот бежишь сюда, вот. Вот они все. Стилет. Я как-то играл со стилетом. В это. В Revelation там. Ник тоже был у человека стилет. Так. Все, погнали. Ё-моё, блядь. Крысы повылазили. Вам что надо, крысы? А вам, походу, ничего не надо, вы просто там балдеете, да? Ну ладно, раз вы там просто балдеете, то балдеете, я не буду вас тревожить. Не-не-не. Балдейте дальше. А, тут же сейчас на мосту будет этот переход. Сейчас главное до моста добежать. И крысы от меня останут. Ё-твою, там собака матёрая за чуваком увязалась. Все, сейчас, похоже, мне пиздос будет. Ах ты, сука. Блять, я больше очковал. Я думал, там жестяк полный какой-то. Там собака матёрая, там, а она второго уровня. Это вообще ни о чем. Алло. Я просто не посмотрел, какого уровня там персонаж бежал. А ему, может, было похер вообще на уровень этой собаки, поэтому он и бежал. Не это, не задумываясь. А я-то мог ее сразу вообще вольнуть. Все, вы вошли в безопасную зону. Окрестности Солнечного. Вы покинули безопасную зону. Вы вошли в безопасную зону. Так, ты мне по карте покажи. Давай вспомним, куда бежать. А, ну тут мне пока надо. А что тебе надо? Тебе надо вот так. Да? Лишь бы не в болото угодить. И все нормально будет. Мост. Там какие-то развалины. Слушай, может до развалин добежать, посмотреть, что там. А. Это не про те мне развалины, там этот говорил, что там в них там надо что-то поискать. А? Ну-ка давай-ка мы попробуем найти квест этот, где он. Вот он. Ну да, вот смотри. Что-то в развалинах тут есть. Кроме крыс еще, надеюсь, что-то есть тут. Ты не крыса, ты какая-то белка-летяга прям. О, бля, резнулась опять. Я только тебя убил, а ты резнулась. Сука. Только тебя убил, а ты резнулась, сволочь. Еще что ли? Слышу, это, идите нахер. Да че, да хуя в эти развалины вообще полез. Нашел куклу, да? Че, может, еще что найдешь? Это тот же мусор строительный. Не, аптечка, бутылка. Так, 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 стопэ. Иди нахер. Тварина. Ну все, похоже, тут больше ничего нету. А если больше там ничего нету, то и делать нам больше тут нечего. Логично, да? Я надеюсь, это прикосновение воды я не сдохну. Вроде жив.
Река Хрустальная. Странно, почему камыши растут в реке. Они же вроде в этом. В такой, ну, вода, если стояла, там озерная, болотистая местность, камыш растет. А почему он тут растет? Так. Ну, я вроде правильно. Бегу, нахер свет выключим. А, так это мои шаги. Я думал, кто-то за мной бежит. Это мои шаги. О, что-то раздевался. Сейчас добегу до Солнечного и все, наверное. Заканчивать будем. Давай-ка ты ускорься. А вон я купол вижу. Бежим на купол. А, у меня уже там ХП и... Ой, не ХП, а жратвы. Жратва, вода уже. Процентов осталось несколько всего там воды, еды, выносливость там толком уже не восстанавливается. Давай. Жажда, потерпи еще чуть-чуть. Я уже вижу ворота. Я уже ворота вижу. А там чуть-чуть и рукой подать, и все, и потом забежим к бармену, к Борису. Кушаем сочную тушку кролика там или что там запеченное мясцо. А интересно, тут снайперские есть винтовки, нет? Ну что-то я же видел, там какие-то бегают. Там то ли это снайперская, то ли не снайперская, но с чем-то бегают. Все. Я почти на месте. Плох тот подсвинок, который не мечтает стать арматурычем. Что за арматурычем? Монстры в случае опасности могут призывать сородичей. А, это мы уже читали, да? Монстры в случае опасности могут призывать сородичей. Отлично. Арматурыч. Ну и это... Кличка Арматурыч. Он, сука, из арматуры, что ли, сделанный? Или просто он такой-то, типа имба какой-то там, да? Давай, Борис, давай жрать меня, давай товары покажи свои. Так, водичка купить, окей. Окей, да, купить. Так, за 35 давай купить. Давай две курицы, что нам стоит. Я жрать хочу. Все, давай. Съесть. Ох ты. Зря две купил. Пластиковая бутылка. А теперь выпить. Все.
Я снова человек. Это что такое? Хорошая шкура собаки. А это что такое? Пивная банка. Надо сдать на металлолом. Спасибо, что подсказываешь. Так, это мне сейчас надо к Михалычу зайти. Все, я, короче, выпил, поел. Сейчас к Михалычу квест сдам. Чтобы не ждал человек. Ну давай. Как, удалось собрать хотя бы с ведерка? Да, удалось, только тащить тяжко было. Ничего, здоровее будешь. Ой, ты пиздюк, а чё сам не сходил? Чё, есть квест? Здорово, да? Слушай, а не хочешь нашим ребятам на шахте помочь? Может, узнаешь, что произошло с тобой в конце концов. Какая это шахта? Это самая, где тебя в беспамятстве нашли. Эта шахта находится под контролем наших ребят. Старший на ней мой друг детства, Стас Минаев. Поговори с ним. Может, у него есть для тебя что-то для тебя. Уверен, что лишние руки на шахте не помешают. Удачи. Хорошо. Хорошо. Так, я 7-й уровень. Ну-ка, пойдем сходим сейчас, подожди. У оружейника посмотрим, что есть. Я ж теперь крутой, я 7-й уровень. Я ты, братан, шевроны, но иди выбивай их на комьюни. Да. Ну да. Квадрат скажите. Да, это он, ты, он не сможет там подняться, у него не 20 уровень. Там подъем подожди, с... Подожди, какие тебе шевроны нужны? Чё за заказ? Это ты здесь тайпово взял? Или ты клановый квест взял? Покажи свои товары. Пацаны, кто там ключами там говорит, что поскидывается? Я ключи каким даю. Ключами. Где-то на восточном сказали. Я смогу, не знаю, там отмычки не могу открыть. Куда ничего не пойдем? Мне ключ какой-то. Ржавый боевой нож, тозовка. И... Так, а вот это что такое? Ребята, вторая часть или пятая часть карты? А, это 3,5 СКС, штурмовая винтовка. Да вот элементарно, вот скажи мне... Так, у нее урон тозовки от 170 до 280, а у этой от 100 до 230, кучность 3, кучность 20. Блин, что-то я маленечко не понимаю. Я не знаю, кто это, а что, ты уже забрал его? Это что? Для новичков там какая-то херь, короче. Инфо, ну-ка давай прочитаем. Самозарядный карабин Симонов, это отличное оружие. Послужившее в свое время верой и правдой не только военным, но и охотникам. Недорогое и мощное оружие использует очень распространенный противник. Патроны 7. Точность 3. Ага. Могут быть установлены пост dt.s. Не подходит вашему классу. А нахуй ты продаешь это? Тозовка. В квадрате B1, не подходит вашему классу. Большой ночник лежит. Охотничий. А какое моему классу подходит? ППШ, койот. Винтовка Мосина, еще скажу. Подожди, а какое моему классу-то подходит? На костер. Давай, да. Нет. Подходит вашему классу вот это. Койот моему классу подходит, да? Отлично. Так, тозовка не подходит. А обрез он подходит моему классу? Не подходит. То есть и обрез не подходит. Может из-за этого какой-то косяк. А вот это подходит? Не подходит. Ё-моё, блин, это что вот? Лис хоть подходит? Подходит, лис подходит. С 10 уровня только. Ёб твою, блядь. Так, вот это собачий жир. Вот эту нахер продать. Это на металлолом мы продать собирались. Пустые бутылки собирались продать. А уголь? Уголь, наверное, же пригодится мне еще там, да? Так, это черный металл. Давай вот это продадим. Окей, так, окей, продали. Чё, что делать будем? Так, чё тут? Ну я не знаю, куда кладовщик. Пойдём. Я этот взял, ночник. Кладовщик. Я не помню. Юща. Так, это... Скажешь, нет? Печатные платы. Говорят, это печатные платы. Но что это значит? Я вот тоже пока не могу сказать, что это значит. Кукла.
Жрачка пригодится, это все по квесту надо. Это не на восточной территории солнечной, это... Все, тогда ладно, вот возле так. Возле пещеры. Окей, ну, ребят, на сегодня, наверное, будет все. Потому что сейчас опять туда бежать, там опять это все долго. Уже продолжим в следующий раз. Так, маленечко разузнали, что такое шахта, с чем ее едят, что там можно добыть. То есть завтра уже более подробно там, ну, завтра там, либо в следующей серии лучше это все изучим. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, мне будет приятно. Все, ребята, всем пока и до новых встреч.